Прежде чем я начну дальше изготавливать свою самоделку, хочу немного вам рассказать о моем плазменном резаке Risanta IPR40K. Я его приобрел совсем недавно и скажу почему. Во-первых, когда я работаю в закрытом помещении, а мастерская у меня это закрытое помещение, то при работе с болгаркой остается много абразивной пыли, и поэтому приходится одевать респиратор, убирать потом везде эту пыль на всех инструментах, на всех стеллажах. Поэтому я приобрел себе именно вот такой вот плазменный резак. Он очень легенький и компактный. У этой модели выходной ток от 20 до 40 ампер. Максимальная толщина реза малых стальных конструкций арматуры до 16 мм. 12 мм листовая сталь, это максимальный показатель, 7 мм это нержавейка, и алюминий до 6 мм можно резать этим резаком. Что касается подачи воздуха, должен быть компрессор минимум на 50 литров и производительностью подачи воздуха от 200 литров в минуту. Рабочее давление данного резака составляет от 2,5 до 5 бар. Вес этой модели 8,2 кг. Что мне еще понравилось, так это съемная масса, очень удобно, и съемный рукав. Также здесь есть переключение режимов 2T и 4T. 2T это режим, когда при нажатии вот этой кнопки у вас идет дуга и вы можете резать. Если вы отпустили кнопку, то дуга прекращается. Если вы нажимаете 4T, то достаточно нажать один раз на кнопку и можно резать. Затем, когда вы нажали еще один раз, он прекращает резать. Также на горелке установлена вот такая вот защита от случайного нажимания на кнопку. Очень удобно. Можно регулировать подачу воздуха после завершения плазменной резки. Это 5 секунд, либо 2,5 секунды. При помощи вот этой кнопочки. Еще вот такая вот лампочка есть. Здесь нарисован значок температуры. То есть, если она загорится, это значит, произошел перегрев аппарата. Ничего страшного. Включается вентилятор. Аппарат остывает, кнопочка гаснет, и можно продолжать дальше работать. Что немаловажно, производитель самоделки